Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска, 2.5 турбодизель, полный привод. Пробег на этом автомобиле 187 тысяч километров. Сегодня мы заменим на нем рулевые наконечники, внутренние и наружные. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса и снимаем наконечники. Поднял автомобиль. Снял колесо, вывернул руль вправо, в данный момент с правой стороны буду менять. Снимаем шплинты с обоих наконечников. А на втором наконечнике нет шплинта. Собьем грязь. Брызнем ВД-шкой. И откручиваем. Головка на 17. Берем съемник, поддеваем немножко пыльника, сейчас, как и всегда, будет щелчок. Вот таким образом он делает. Так, а сюда мы тоже подберемся. Я по плоскости пометки поставил на наконечнике, на гайке и на скрутке.
полностью расслаблять мы не будем, поэтому новые наконечники точно так же и поставим, чтобы можно было доехать до развала. Ослабляю и выкручиваю. Берем новый длинный наконечник. Длинный наконечник мы будем использовать фирмы CTR, ну и короткий тоже CTR. Длинный у нас CEMZ61 идет, а короткий у нас идет CEMZ63. Побрызгаю резьбу. И закручиваю. Здесь у нас немножко не сходится. Наконечник ставлю по метке, а контрагайка ушла примерно на сантиметр. Не сантиметр, поменьше. И также откручиваем короткий наконечник. На коротком наконечнике резьба левая.
Так, ну вот как я пометил по этой плоскости наконечник, так я его по этой плоскости и прикручиваю. Все, вот как я по меткам ставил, по центру здесь так и прикрутились. Контрагайки, конечно, ушли немножко, но контрагайки уже точно будет на развале. Гайки здесь идут уже с капроном, без шплинта. Мажем маленько резьбу. И идем устанавливаем. Короткий наконечник у нас идет наружу. И затягиваем. Теперь гайки на 19, не на 17. Все, правую сторону мы заменили. Аналогичным образом мы меняем с левой стороны. Наконечники оба такие же, номера такие же. Они здесь идут с одинаковым обычным изгибом. Потом ставим колеса, опускаем. На этом замену рулевых наконечников мы закончили. Всего вам доброго!